Я вам по секрету скажу, я не устоял, папа привез бабушкиных пирожков, оно, блядь, а бабушкины пирожки с картошкой, ну это невозможно не съесть. Привет, с вами Хаги Ваги. Сегодня мы с тобой встретим неожиданного противника из этой головы, а именно сестру Акули. Кстати, я прошу прощения, да, давайте сначала все-таки... Мне кидали, и я постоянно случайно закрывал. Есть у кого-то ссылка? Третья глава Хаги Ваги. Там что-то какая-то. Угу. Третья чаптер Poppy Playtime. Вот. Она уже вышла, в нее можно играть. Так. Сначала ее надо оценить, да, для контекста. SPM? Нихуя реклама. В попу плейтайм. В попу плейтайм. Нихуя. Прикольно. Нихуя уже какой-то вообще тут атмосфера невеселая, нихуя. Твердёжная маска. Ну, блядь, просто Какус рыганул. Я реально на секунду подумал, что Какус просто подрубил микрофон и рыганул. Слушайте. Нихуя. А это последняя часть? Нихуя, теперь толкающая перчатка. Ну, по механике круто. Попу плейтайм, бля. Prototype has to die. For this. For everything. Там же какой-то был чел с... Нихуя. Они решили повторить успех Хагу-Вагу. А сколько всего будет этих хуй? Моб. Блять, моб в Майнкрафте. Не, просто он что-то смахивает на Хагу-Вагу больше. Как будто предыдущая у них не хайпанула злодейка. Вот, и они эту решили оформить. Новые игрушкинцы. Ауди. Так. Ну, теперь фиксирую. Лиху-кли. И также мы с тобой уничтожим каждого Джоэла в Гаттед оф Бан-Бан. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, если он есть, его нет. Блять, секунду. Нет, ну его нет. Канко, ну ты можешь просто чудесным образом оказаться, конечно. Если тебе кайф. Опа, стоп, а почему эта синяя дверь открыта? А давай-ка мы туда с тобой сюда зайдем. Окей, туда здесь с тобой ничего сюда. Не было, как обычно. Но здесь есть записка, что... А у меня вместо Какуса водца ведущий есть. Хагу-Вагу. С тобой его подберем. Ой, точно, меня же ударят. Ай, блин. Я что-то вообще про это забыл. Это Хаги. Блядь, это официальный канал. Училось 723 тысячи подписчиков. Вот он. Это же гениально. Просто это, то есть, какой-то чел. Вот бы с тобой простую... Сделал вот такую вот куколку себе. Стоп. Где я? Кто я? Стоп, я играю за капитана Винуса, что? А, нет, мы просто из него вылезли. Алло, братан, что случилось? Братан. Говорят то, что без тебя смотреть не будут. Слушай, я просто стрим уже свой запустил, понимаешь? А, ну все тогда, давай, пока. Давай, давай. Знаете, на секунду появилась надежда. Бля, ребята, лучше идите к нему. Вот, ну, у него 100% что-то будет.
нормальная, блядь. Но, ну, не будет вот хаги-ваги. Ты что, офигел? Что происходит? Блядь, у Оли на стриме 2D персонаж, и той интереснее мимика, и лучше все сделано, чем вот... Он летел как воздушный шар! Нам нужно выбираться отсюда! Фух, свобода! Стоп! Ой, это Джаба Джош! Я его случайно задавил? Я его не увидел, сори, Джаба Джош! Но нам нужно выбираться отсюда вот так! Что это? Стоп! Это что, вода? Что, это реально вода? Мы в воде? Охренеть. И это еще не все, смотри! Здесь внутри воды очень много... Только набнабов я вижу. Окей, нам сюда точно не нужно идти. Окей, слушай, ну давай мы тогда приблизимся с тобой к этому капитану Фитнесу. Стоп, а это еще что за капитан Фитнес? Тихо! Ой-ой-ой-ой! Что сделал с этим капитаном Фитнесом? Что за Friendly Fire? Зачем ты побил своего же капитана Фитнеса? Блять, если б я вообще понимал, кто такой капитан Фитнес, там вот эта вся хуйня. Не бойся, я за тебя отомщу! Так, что она тебе? Фух, получилось. Окей, забираем с тобой тогда эту кепку, и можно, в принципе, проходить сюда. Кепку, блядь? Забирать... Он шел к монстру ради кепки, блядь. Вот, забрать вот эту карточку розовую. Фух, окей, все, мы забрались с тобой. Розовую карточку, стоп, это подболина! Стой, подболина! Она пропала, смотри, реально, ее нету. Окей, и здесь, кстати, здесь же был завал. Но теперь его тоже нету, кстати. Ладно, давай тогда проходить дальше. Вот, мы с тобой забрали как раз-таки розовую карточку. Во, вы с тобой оказались здесь. О, вот, подболина, смотри! Куда же она вечно убегает? О, боже, Зофиус, я испугался. Блять, он знает имена всех уродов? Во. Окей, вот мы с тобой оказались здесь, слушай, а мне всегда было интересно, а что эти кнопки делают? А что если я, например, нажму на вот эту кнопку? Вот, отлично. Он изменил цвет, что? Охренеть. О, я-то думаю, что эти кнопки делают, оказывается, Зофиус умеет менять цвет? А может, это бонус за то, что я прошел игру Гартен в Баба, слушай, а если я нажму на розовую? Во, я нажал на розовую. Он стал розовым. Как? По... Ладно. Синий? Он стал синий! Как по мнению правительства работает пропаганда разных цветов? Офигеть, это прикольно! Вот желтый есть! О, он стал желтым! А если наступить на белый? Он стал реально белым! Белый, блядь! Охуеть! Это очень прикольно, слушай. Вот так прикольно выглядит на самом деле. О, смотри, здесь есть еще один цвет. Ой, фу, ты видел, куда я наступил? Да смотри, Зофиус поменял свой цвет. О, что с ним? Он сместился, смотри. Ой, я не хотел, Зофиус, я случайно наступил. Сука, ебать, скримак, нахуй. Пошел ты нахуй, гандопляс ебучий, блядь. Сука, вспомнил, ладно, за 3000 досмотрю. Пал! Что это было? О, боже мой. Окей, можно проходить немножко дальше? Стоп, эти бочки, они, по-моему, какие-то подозрительные, да? Меня облили! Кто? О, я выжил! Но мне нужно вернуться туда обратно. Так, мостик. Ладно, плевать на мостик, я просто прыгну. Хоп. Я хочу, чтобы... ну, я кое-что отмечу. Когда донатил Закич, некоторые люди в чате писали... Ура, Закич. Я хочу, чтобы эти люди как бы пруфанули, что они вот от начала до конца со мной данное видео просмотрят. Отлично. И всех забанить, кто не сделал так. Проходим дальше. О, тихо. Так, ладно, давайте обойдем вот эту бочку с кислотой на всякий случай. Так, о, стоп, чья это задница? Это задница Джамбо Джоша? Скорее всего, кто? Да. Кого? Эй, Джамбо Джош! Стоп, что? За что Джамбо Джош? Да что ж это такое? Меня Джамбо Джош убил своей задницей. Так, у меня есть план, как его выгнать оттуда. Может, он там прячет что-то секретное? Так, берем вот эту пушку. Так, носим. Еще чуть-чуть. Да боже, проклятая лестница! Да, я вот на этой картинке вы можете заметить, насколько похуй, типа, создателю. Ну, он ему не похуй, он просто выкупает, для кого делается. Это же просто разные модельки, разные ассеты скачиваются за бесплатно или за $3. Дело в том, что ну, тут прям видно, что лестница это один ассет,
Это вообще другой, хорошая графика, как бы с хорошими отражениями. Это откуда-то нахуй просто взято из Half-Life, блять, вот эта труба ебучая. Стены он уже сам так уж и быть возвел. Че вы его придумали? Еле-еле донес. Все, так, прицелились четко. Сюда. Так, окей. Точка траектории задана. Огонь! Я не понял, это монтаж или это так и есть? Окей. Точка траектории задана. Огонь! Это графика или нет? Или это игра? Ой, Джамбо Джош! Уберите его! О, он пропал! Че это было? О, окей, он пропал! Как я говорил, окей, может там внутри что-то есть секретное? А, стоп! Да здесь ничего нету! Че за бред? Ничего нету! А что я здесь тогда делал? Ладно, я не знаю, что он здесь делал. Так, ну ладно. Стоп! Это дверь! Стоп, это глаз! Это же тот глаз! Да, это точно капитан Фиддлс! Слушай, а что если сделаю так? Да! О, это исчез! Фух, ну я успел... Что происходит? Что, блять? Он сколько раз их бил? Я не понимаю, чем он их бьет? Как он их бьет? Он просто близко к ним подходит или что? Пока двери еще не закрылись. Окей. У нас здесь есть еще дверь напротив? Стоп, это еще кто? Это Бан-Бан? Как он их всех знает? Я в первый раз вижу эту хуету! Я думаю, он на ходу выдумывает имена им. Я не верю, что у них у всех есть имена, блядь. Не понял, что я здесь устроил? Он развалился! Как он его ударил? Так, слушай, там вода? Стоп, там... Стоп, смотри, там реально вода! Там все затопило, слушай, а давай мы спустим тогда Бан-Бана в воду? Кого нахуй? Удачного плавания! Вот он утонул! Слушай, а может мы тоже туда можем с тобой проплыть? Ну ладно, чтобы я не нахуя. Думаю. Так, возможно, я и не прочь попробовать, но мне кажется почему-то, что если я упаду туда в воду, то я умру. Поэтому давай все-таки пройдемся с тобой по вот этой платформе. Стоп, это Бан-Бан! Он хочет запустить меня пушку! Не надо, Бан-Бан! Стоп, что? О боже, что он сделал? Мало того, что он меня не попал, так он уже... Он дебнул. Прям видно, что он дебнул. Еще и поплыл, причем в прямом смысле этого слова. Здорово! Нет, наоборот, в перенос там поплыл бы он в воде, а так он поплыл, блядь. Кит Бан-Бан! Вовсе мы оказались внутри этой комнаты, и в принципе, мы можем забрать с тобой синюю карточку и нажать сюда. И по идее, вся вода должна спуститься теперь. Кто это? Если бы этот Хагавак мне бы это не объяснил. Кто бы мне это объяснил, нахуй? Да, То есть что, он сначала прошел игру, блядь. Смотри, вот больше нету уже воды. Окей. О, это капитан Фиддлс. Блять, у них серьезно, у этого, блять, у этой модельки нахуй. Так, Артемка, помоги мне! Врежься в стенку! Он упал, смотри. Молодец, Артемка. Окей, давайте его все-таки пройдемте. Мы помним то, что в предыдущем ролике он нас сожрал. Окей, вот мы с тобой нажали на нашу кнопку, теперь. Там был спуск вниз. Теперь, в принципе, можно отсюда наконец-то уходить. Там спуск вниз был. Мне кажется, или пол... Бля, как же ему похуй, сука. Вот здесь, вот, спуск вниз. Тебе туда. Помним то, что в предыдущем ролике он... Вот сюда. Сожрал. Окей, вот мы с тобой нажали на нашу кнопку. Теперь, в принципе, можно отсюда наконец-то уходить. Опа, смотри, мне кажется, или пол, он как-то сверкает. Стоп, погоди, это еще не все. Эта дверь, она открыта. Что? О, стоп, я куда-то спустился вниз, смотри. Стоп, что это? Где это мы? Так, здесь, да, по-моему, ничего. Это выглядит просто как будто нахуй. Типа, чел такой сказал. О, здесь я забуду поставить стену. О, и здесь тоже, смотри. Здесь, по сути, все ведет какую-то пустоту. Но здесь как будто, знаешь, что-то есть. А ну-ка, а что здесь? Смотри, это новая локация? Что? Офигеть. И здесь я вижу в конце какая-то кнопка. Но это какой-то... Большой ангар. Бля, я как будто понял. Офигеть! И здесь я вижу в конце какая-то кнопка, но это какой-то большой ангар. Я в шоке. Бля, хочу себе ангар. Окей. Окей. Можно, в принципе, пройти сюда. Внутрь так, а может что-то за деревьями есть? Что, какой-то секрет, знаешь? Не, смотри, ничего нету. Окей, ну, получается, ничего не остается, кроме как нажать на эту кнопку. И что дальше? Стоп. Это птица пила! Ой, я что? Кто этой кнопкой вызвал птицу убил? А, он гонится за мной! Бля, просто ПНГ какая-то хуйня.
Он его держит. Цупил? А, он гонится за мной! Он не гонится, ты ее взял! Ты ее взял! Ай! Ой, проход закрылся, нет! Не надо! Нет, не надо! Да что же... Это фейк. Это постанова. Это такое уже какой раз? Кстати, Джо, Джордж здесь исчез. Уже раньше здесь было, и здесь следы появились какие-то. Так, ну сейчас я покажу это птица пили. Эта дверь закрылась! Пустите! Ладно, придется ломать. Закрылась дверь. А этот проход тут исчез. Как он их ломает? Что? Это не может быть правдой. Как он их ломает, эти двери? А что произошло? Ладно. О, смотри, зато вот эта дверь открыта. Здесь, по-моему, это же, по-моему, дверь Бамбалены, да? Да! Она хочет, чтобы я сел за стол. Слушай, а что если мы сделаем так? Бамбалева. Хоп! Я уграду у нее одного ученика! Ха-ха! Смотри, Бамбалена, у меня твой ученик! О, она разозлилась! Что? Кто бы нахуй мог подумать? Тихо-тихо! У меня твой ученик, что ты сделаешь? Опа, вот он! Но она как эндермен не проходит, да? Когда в два блока он просто... Вот он, смотри, он у меня в руках! О, ты как это сделала? Бля, осуждаю, что она делает рукой? Так вот, пушка, стреляем! Осуждаю! Фух! Да правда так происходит? Офигеть, хорошо, что эта пушка еще осталась у меня. Ой, я просто в шоке. Это было близко, но, кстати, смотри, там открылась дверь. Птицу пили, может, там что-то есть? Ладно, по крайней мере, мне не придется нажимать на эти кнопки. Окей, что у нас здесь? Чебурашка. Это капитан Виденс и птица упила? О, как? Нет, 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 это Артемка, Артемка, Фас! Фас, Артемка! Ты что делаешь, предатель? Хорошо, о, нет, стоп, у меня есть вот эта пушка, она сможет их уничтожить, так? Подойдите ближе. Ой, у меня закончились фейерверки! Вот это очень плохо! О, здесь забор был открытый, прикинь! Ой, тихо, тихо, нет, 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 нужно убегать! Фу! Я смог переместиться как он, здесь. Как он переместился? Как он это сделал? Да мостика нету. Стоп, а куда он? А куда пропал капитан Фидус? Что? Что это? Что с птицей упилой? Я просто пошел в креативе и начал летать. В шоке. Он просто хуярит сейчас в креативе. Офигеть, она почему-то растянулась. Фух, вроде как смогли обойти птицу опилу. Так, теперь давай выйдем сюда. Конечно, в креативе ты, блядь, облетел ее, а я обошел нахуй. А? Чё это? Здесь открыта стенка какая-то? Чего? Смотри, птицу опилу куда-то смотрит. Они смотрят на кого-то. Может, мне тоже посмотреть? Кто там? Там вроде никого. Кстати, смотри, сколько у них шеек длинные. Это жесть в этой сцене. Офигеть. Он, по идее, же должен вот с этой стороны был подходить. И чтоб, типа, вот так птицы на него смотрели. Ну, здесь они выглядят по-нормальному. Но это немножко крипово выглядит, если честно. Вы куда бежите? Только не упадите, здесь пропасть. Вы можете упасть. Окей, ну, нам в любом случае нужно их отнести в их гнездо. Во, все, фух, я положил здесь абсолютно всех мелких птиц опил. Теперь, я думаю, можно... Уходить? Птица пил идет сюда! Дайте, пожалуйста, притвориться вашей птичкой! Нет! Вау! Это только Джоэл! Нет, мы падаем! Мы его уничтожили! Стоп! Это еще не все, это акулиха! Кли! Она меня сожрала! Бля, мне даже сказать нечего, если честно.